С наступлением лета количество машин на дорогах увеличивается практически вдвое, а значит, вероятность попасть в ДТП тоже возрастает. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Ситуация на дорогах Славянского района по-прежнему остается напряженной. С начала года произошло 76 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибло, 98 получили травмы различной степени тяжести. С началом курортного сезона ситуация еще больше обострилась. Основная причина аварий – несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Большую озабоченность вызывает количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителя, находящихся в нетрезвом состоянии. Таких ДТП у нас произошло на территории района 17, в результате которых пострадало 14 человек. Растет количество аварий и с участием мототранспорта. Произошло 20 ДТП, в которых 2 человека погибло, 16 пострадали. Самое страшное, что из-за беспечности взрослых страдают дети. С участием несовершеннолетних зафиксировано 6 аварий. 6 детей получили травмы различной степени тяжести. Призываю водителей прежде всего к соблюдению правил перевозки детей. Необходимо соблюдать все эти требования, как и наличие детского удерживающего устройства, так и пристегнутыми ремнями безопасности. Это наши с вами дети, это мы в ответе за их жизнь. В летний период, когда большинство детей большую часть времени проводят на улице, еще раз напомните им о правилах дорожной безопасности. Объясняйте о недопустимости игр около проезжей части. Не разрешайте садиться за руль мототранспорта. Поток машин в связи с курортным сезоном постоянно увеличивается. Основной путь на Азово-Черноморское побережье и в Крым проходит через наш район. Поэтому сейчас, как никогда, важно быть максимально ответственными водителями и пешеходами. Я хочу призвать как и взрослых, так и детей к соблюдению, к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, соблюдения дисциплины на дороге, взаимоуважения. Не надо обгонять по обочине, не надо создавать аварийные ситуации. Будьте дисциплинированными, сдержанными, ни в коем случае не поддавайтесь на какие провокации, не создавайте конфликтные ситуации, особенно на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения, и у всех всегда все будет хорошо, все везде успеют. Для снижения аварийности на дорогах и заторов на пути к побережью сотрудниками ГИБДД принимается целый ряд профилактических мер. На особо опасных участках осуществляется регулировка движения. Постоянно проводятся профилактические операции. Автобус, внимание, дети, ребенок, главный пассажир и ряд других. Но все эти мероприятия не принесут положительного результата без ответственного отношения самих участников дорожного движения к данной проблеме. Ваша жизнь в ваших руках. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».